Сегодня в Набережных Челнах стартовала декада предпринимательства. Включает она более 20 различных мероприятий. Центральным событием ее станет второй съезд предпринимателей, который состоится 30 мая в инжиниринговом центре КФУ. Ожидается, что участие в нем примут несколько сотен представителей бизнеса Челнов, Тукаевского района, Елабуги, Нижнекамска, Заинска и Менделеевска. На повестке такие темы, как инновации в бизнесе, кадровая политика, выход на экспорт, а также как дань уважения году экологии, экологичное производство. Мы проводим по экологической безопасности круглый стол, и у нас будет очень интересное предприятие, делают выставку, несколько предприятий, которые работают именно в вопросах экологии, они покажут то, что они уже могут делать и как они будут дальше развиваться. Покажут, что они делают и как развиваются десятки предприятий. В рамках работы съезда пройдет выставка достижений промышленности, на которой будут представлены более 40 экспонатов. Свои стенды презентуют и некоммерческие организации. Они продемонстрируют такое набирающее популярность направление, как социальное предпринимательство. Мы вместе попробуем, вместе с бизнесом, вместе с властью и с некоммерческими организациями подумать и пообсуждать вопрос, связанный с тем, как снизить барьеры доступа к оказанию социальных услуг некоммерческими организациями.